Азим, спорим, ты не сможешь перевернуть ведро так, чтобы вода из него не вылилась? Ну вот. Нет, ты просто наклонил. А надо перевернуть. Ну вот. А я разве сказала, что можно накрывать пакетом? Ну что-то же можно использовать. Нет, ничего нельзя. Вообще ничего? Вообще ничего. Ну ладно. Не, ну теперь-то воды там нет, а надо, чтобы вода была. Ну тогда это невозможно. Ты уверен? А может, есть научный подход? Точно. Ух ты, круто! Центробежная сила удерживает воду. Лайки, подписку тебе. Спасибо.